чего страдаешь? Дети! Блядь! Если я не вижу, спокойно! Снимай дом! Она клеится снутри. Клеится снутри тонировка. Вы ее сделали тем, что снаружи-то приляпали. Это ваша ваша? Нет. А че? Не знаю. А че, не ваша, что ли? Нет. А че вы ее обляпываете? Просто. Просто. Давай, видео снимайте. Ажиотаз мне. Вы че, да нет, давай, жить, дебил! Че такое, блядь? Короче. Меня зовут Аида. Мне 14 лет, а скоро будет 15. 15. Уже все можно. Я предпочитаю поцелуи на первом свидании. На первом. Да, так что если вы не готовы к этому, не надо ко мне как-то даже подкатывать. Так. Я узнала о вас через Марьям. Ну, она, наверное, скинет вам видео. Ну, или скинула уже. Я сейчас ее попрошу. Ну, после того, как запишу это видео. Я люблю текилу, самбуку. Я не знаю еще какие-то названия. Я просто пробую. Я пробую все. А так я тихая, скромная. Дома сижу. Маме помогаю, убираюсь, готовлю. На небо! Нет, 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 нет! И по оценкам у меня только четверки и пятерки. Не треба мне! Геть! Это ничего не доказывает. Оценки не доказывают ума человека. Троечники в основном все успешные люди. Да. Сердце мое в твоих штанах, не потеряй его и не сломай, жизнь моя. Опа, опа, баси-баси, ухо долбоёб. Все? Ася. 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 Трик не снимай. Ребят, мне пол школы сегодня прилетел, я же выгоню тебя и все. Юрик, возьми мою руку! Юрик, возьми! Это больно! Это больно! Все! А почему? В смысле, ты приехал к ней? Или она дома у тебя? Я приехал! Да ебал! Санек, я на тобой вымораживаю, как могу. Ты если домой пришел, смысл так. Смысл, смотри. Это, Люк, подожди. Смотри, я к своей девушке, она живет в Сосновом. Я к ней, короче, хотел поехать сейчас. Я опоздал на автобус, она звонит. Ты опоздал, ты виноват. Ладно, все. Сейчас стою, су, маяк приходит, перезваниваю. Гуляй, короче, с классом. Смысл был тебе уходить? Вот. Смысл мне уходить? Это бред. Вообще, забей. Вот мозга. Да я уже давно забил. Нахуй она нужна, ебать. Сейчас пойду нахуй ташку выебу.